основное в летний оздоровительный период – это питание. Оно должно быть здоровым. А еще безопасность, медицинский блок, досуг. На это обратил внимание глава муниципалитета Андрей Иванов во время инспекции детского оздоровительного лагеря «Радуга». На сегодняшний день у нас более 28 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. И мы планируем охватить из них порядка 23 тысячи детишек и занять их теми или иными активностями в летний период. Особое внимание участники совещания на тему летнего отдыха уделили детям-сиротам, многодетным семьям и другим категориям. Родители этих категорий школьников в возрасте от 7 до 15 лет могут подать заявление через портал госуслуг для получения бесплатной путевки в летний оздоровительный лагерь. Все дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, должны быть в летний период охвачены активными формами летней занятости. О бюджете. Как сказал Андрей Робертович, всего на летнюю оздоровительную кампанию в нашем округе будет выделено более 32 миллионов рублей. Кроме того, в числе актуальных вопросов – алгоритм оформления путевок, подача документов и сроки получения ответов. Глава муниципалитета отметил важность распределения льготных мест в детских лагерях. Или в социальное казначейство завести функцию по лагерям, и там будет еще один, еще одно поле для оформления лагеря. Давайте тоже над этим поработаем с нашим министерством, с теми, кто эту систему уже в электронном виде сделал, добавим просто еще одну услугу. Летняя оздоровительная кампания в Одинцовском округе стартует 2 июня. Андрей Иванов подчеркнул, к этому времени пройдут инспекции и проверки во всех детских лагерях. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».